Оставалась последняя мишень, Вольф. Но я понятия не имел, где он. Я знал, что у Иванов в Восточном Берлине есть штаб командования по проведению специальных операций. Возможно, он с ним как-то связан. Я собрался и отправился на звуки боя и танковой стрельбы. Это было одно из самых опасных мест, куда можно было сунуться. Но мне нужны были ответы на вопросы, и я мог получить их только там. Уничтожить танк, защищающий штаб. Вот здесь, я так понял, танк стоит желтым квадратиком. Надо к нему сейчас пробраться будет. Блин, надо внимательно тут смотреть сейчас. Снайпера где-нибудь сидят по любасу. В окнах. Опа, все заметили. Меня заметили. Вон они. Блин, зря вылез, конечно, так неаккуратно. Все, они меня, походу, потеряли. Меня кто-то спалил. Найдите его. Снайпер, что ли, где-то. Ладно. Блин, все разваливается. Мне вон туда, на ту сторону надо. Вон он, танк, кстати, едет, блин. Ай-яй-яй-яй, меня заметили, да? Ага, вижу. Сейчас я танк попробую завалить. Зараза, он двигается. Блин, вот здесь кто-то сидел, по-моему, мне показалось сверху. Ищите лучше. Оп, меня кто-то видит, а кто где, я не вижу. Да блин, снайпер по-любому где-то там сидит. Во. Голову, по-моему, видел где-то из укрытия, вылазил. Ага. Собака. Танк. Не, капец. А, офигеть, я его завалил. Я танк завалил, охренеть, круто.
блин, вот мне повезло. Ух ты, нарвался. Блин, вот косой, блин. Вот меня попали. По-моему, не могу понять, откуда стреляют. А, вот он. Найти документы. Еще один. Блин, я думал, сейчас одна пуля, двоих завали одной пулей. Хереть их тут народищу, конечно. Вроде все. На помощь! Меня подстрелили! Надо было здесь вот растяжечку поставить, наверное. Чё, не поставилось? Нифига не... Слишком это, я понял. Ну, такую хотя бы.
слишком далеко нельзя ставить, я понял. Вроде нормас. У меня оставалось не так уж много дел, но и этого было достаточно. Табун был отравляющим веществом, быстродействующим и смертоносным. Вдохни его, дотронься до него. Даже просто посмотри на него, и все органы в твоем теле откажут самыми ужасными способами. Это была идея Вольфа. Он был специалистом по химическому оружию. Он помогал русским начинить этим веществом оставшиеся ракеты Фау-2. Их цель — Лондон. Эти красные свиньи представят все как последний удар возмездия фашистской Германии. С убийством Вольфа можно было подождать. Теперь больше ничего не имело значения. Я должен был остановить запуск. Ликвидировать русских снайперов? Ух ты. Блин, еще бы чуть-чуть, он бы там на растяжке моей подорвался, если бы спустился. Вот она стоит. А сам я не могу подорваться на ней. Ликвидировать русских снайперов, да? Оп. Оп, вижу. Все нормально. Оба. Вижу. Свечивается. Казалось, голова, бля, от кирпичей. Блин, фига себе. Засел.
А, я бегаю сейчас и этих снайперов убираю потихоньку.